Турист поехал в Мексику. Все деньги потратил, 500 пенсов осталось. Идет публичный дом. Думает, вот западло побывать в Мексике, не побывать в их публичном доме. Заходит цены 1200 пенсов. Раньше дальше смотрит. Лыжи 500 пенсов. Заплатил, заходит в кровать. Табличка загорайтесь. Раздевайтесь и ложитесь в постель. Разделся, лежит. Через 5 минут второй мужик заходит. Вдвоем они лежат. Телка заходит, сила между ними. Мужчина, вы заказывали лыжи, да. Ну, поехали.